Всем привет, на связи Федор Васильев. После выхода блога на Gridbox я заметил, что в наших статьях автоматически при наведении мыши изображение статьи у нас немножко увеличивается. И у меня сразу возникло желание. Раньше я видел в некоторых шаблонах, что картинка не просто увеличивается, а немножко поворачивается при этом. Это придает такой некий симпатичный вид. Такой возможности в Gridbox нет, но мы можем прописать небольшой кусочек кода, чтобы это у нас работало. Давайте посмотрим, как это делается. Переходим в админку нашего сайта, переходим в режим редактирования статьи, переходим в инструменты, редактор кода, и вам нужно воспользоваться специально заготовленным кусочком кода CSS. Данный кусок кода вы сможете получить в описании под этим видео. Там будет ссылочка на вот этот документ. Целиком все здесь копируем и вставляем в CSS поле. Вот таким вот образом. Нажимаем галочку, нажимаем сохранить. Идем на сайт, фронтальную часть сайта, обновляемся. И обратите внимание, теперь это очень круто смотрится. Моя статья, изображение не просто увеличивается, а еще и немножко поворачивается. Причем это у нас происходит во всех постах данного раздела. И даже в модуле, в последне добавленных постах, тоже это все работает. И во всех блогах, которые вы создадите, это везде применяется сразу. Блок 1. Если вас заинтересовал компонент Gridbox и вы хотите научиться делать потрясающие блоги, страницы, лендинг пейдж, то я предлагаю вам посмотреть мой пошаговый обучающий видеокурс для начинающих. Ссылка на презентацию данного курса вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, и я вас жду в следующем видео. Пока-пока! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.